Кабардино-Балкарский высокогорный государственный заповедник занимает самую высокую часть Кавказа и всей России. Один из главных охраняемых видов заповедника – Восточно-Кавказский тур. Представитель семейства полорогих из рода горных козлов, эндемик Кавказа, встречающийся только на Северном Кавказе. Вид включен в Красную книгу Международного союза охраны природы как уязвимый, подверженный исчезновению в природе. Это довольно крупные животные весом до 140 кг. Восточно-Кавказские туры в заповеднике обитают на скалистых склонах на высоте до 3800 метров. В течение года они перемещаются в пределах одного хребта и не предпринимают дальних кочевок. Их пища состоит из травы и листьев, причем основу зимнего рациона составляют листья, а летнего – травяной покров. Восточно-кавказские туры держатся вместе стабильными малыми группами из 10-30 животных. Время от времени эти группы образуют крупные стада. Состав турьих стад в пределах одного сезона относительно стабилен. Драки их всегда ритуальны. Два самца, встретившись, застывают один против другого. Затем, встав на задние ноги, резким движением опускаются вниз, чуть пригнув голову и сталкиваясь с рогами. Удар бывает настолько сильным, что его звук слышен более чем за километр. Обычно после одного-двух ударов самцы расходятся. В случае явной опасности или при подозрении о ней, тур издает предостерегающий звук, похожий на свист, короткий и резко обрывающийся. В брачный период, приходящийся на ноябрь-январь, самцы-одиночки наведываются в группы к самкам.
Самки туров по истечении 150-дневной беременности рождают на свет по одному, изредка по два детеныша. Самки подзывают козлят коротким тихим блеянием. Таким же блеянием, но более нежным, отвечает и козленок. Основная масса приносит потомство с конца мая до середины июня. Турята при рождении имеют вес 5-6 килограммов. В первые 3-4 года они интенсивно растут, и этот рост, постепенно затухая, продолжается у туров почти до конца жизни. Рога у самцов начинают расти уже в первые недели и к 6-месячному возрасту достигают 10 сантиметров. Вожаков и сторожей как таковых туры не имеют. В отдыхающем стаде всегда находится одно или несколько животных, которые бодрствуют и посматривают по сторонам. Довольно часто первыми замечают опасность старые, более осторожные звери, которые занимают на отдыхе возвышение с широким обзором. Первые дни туренок лежит в укрытии, пока мать кормится, но через неделю начинает ее сопровождать. Когда турята достаточно окрепнут, самки присоединяются к общим стадам, но некоторые из них держатся со своим приплодом все лето отдельно. Рекордсменом заповедника по продолжительности жизни было животное, прожившее 18 лет. В природе туры редко достигают такого возраста. Они довольно часто гибнут в зубах хищников и от схода снежных лавин. Основной враг туров в заповеднике – волк. Больше всего они страдают от волков в зимний период и в лесной полосе, где глубокий снег и концентрация зверей на ограниченных площадях делают туров легкой добычей. Волки охотятся на них с крадом или подкарауливают на местах переходов и на солонцах, так как преследовать в угон на сильно пересеченной скалистой местности не могут. Опасен для туров и такой высокогорный хищник, как леопард, периодически отмечаемый в заповеднике. Благодаря великолепному зрению, туры замечают опасность на расстоянии нескольких километров. Не отстает от зрения и обоняния. Человека они чуют за несколько сотен метров. Как и у западного сородича, популяция восточно-кавказских туров, начиная с 19 века, значительно сократилась из-за неконтролируемой охоты. В настоящее время в Кабардино-Балкарском заповеднике численность этих животных, благодаря хорошей охранной работе оперативных групп и сотрудников заповедника, вновь увеличилась.